Номер 27. Михаил Мищенко. Номер 86. Григорий Чиркин. Запасные футболисты. Номер 1. Эдуард. Третий на поле встречный состав. Посмотрим, как это отходит. Схватил. Будет есть книга, галочка. Прошлое правило составит Амин. Подает Голышев. Хамешин играет мяч. На подборе. Удар. Несколько раз искусно. Футболист, который пришел в команду из Ленинградской области, из Южно-Сахалинского Сахалина. Ну, вот так вот с Дальнего Востока на северо-запад. А сейчас подача перспективная на Олега Самсонова. И Самсонов. Тимошин играет головой, передача на Ковальчика. Ковальчик в одно касание на Бочкова. Бочков передача на Голышева. И Смолдук его хвалил на правом фланге. Но вытесняет Факел. Заставляет ошибиться. Но снова перехват. Марцин Ковальчик успешно сыграл. Обороняется Факел, а Базов выбивает мяч подальше от своих ворот. И так получается, что на ход за болотом на передачу Мищенко. И блестящий сейчас играет Финик. Ну, подает тем временем. А выпрыгивает Руслан Абазов, высоко, еще всех. Уже с вами. Часа этой игры и за болотом. Развиваться именно как игрок ТОСК. Но тем временем с мячом уже футболисты Факела. Вполне вероятно, что кто-то из них выйдет на поле в втором тайме уже и в ближайшее время. Ну а пока мы смотрим на события на поле. Технично сыграл сейчас Станислав Причиненко, отдал передачу вратарю, но запутался. Фаул бросит Костя. Хорошо скинул за болотное Андрею Мурнину этот мяч. Мурнин, передача Рылову, Рылов за болотом. Хорошая атака в исполнении Факела, и заканчивается она ударом. Весьма интересно, потому что среди этих запасных мы можем видеть Дениса Лаптева, футболиста сборной Белоруссии, человек, который пришел в Тосно из Мазырской Славии, из небольшого городка в Беларуси. Тамков передача, Голышев бьет, Голышев бьет, но в этом углу находился Антон Амирченко, и он забрал мяч в руки. Ну, так вот, Денис Лаптев пришел из Мазырской Славии. Болеют там за футбол, болеют активно, в частности, чуть попозже об этом. Голышев на Комкова, Комков будет бить, удар! Амача! Комков получает передачу от Голышева, и полезным ударом поражает ворота, которые защищают от Комкова. На поле вышел Михаил Бирюков, номер 17. Вместо Андрея Мурнина, номер 70. На поле вышел Александр Касьян, номер 89. Сейчас мячом. Аут бросает Спанец. И подача Гриднева. Первый на мяче Мищенко. Бочков, Ковальчик, Рылов. Теперь уже с мячом футболисты Факела. Артур Рылов. Гриднев. Гриднев падает. Но все-таки дело правил показывает Сергей Куликов. Передача Ковальчика. На ход Прокопьева. Удерживает корпусом позицию на поле. А базу перевели.
проходит его поворот. Все, один, кстати. Футболист Ярослав Скоршенко на этом поле. Выше. Футболист Ярослав Скоршенко. Параллельно с нами, кто проводит свой матч? Для команды, которая принимала участие в таковых матчах, сезон закончился 7 июня. Сегодня вместо игры вот сейчас удар поворотом. Но пока такой тостный. Иркин теряет мяч. Иркин, Бекетов на правый фланг. На Касьяна пошла передача. Вот тут как тут. Денис Кников, он выходит из ворот и забирает. Абазов направо играет. Правого фланга Багаев действует. По правому флангу хорошо развернули атаку. И сейчас падение в штрафную, но это была симуляция. Желтая карточка предъявляется. Касьян. И дважды бьет Бекетов. Первый был.